Лидер греческой ультраправой националистической партии «Золотая заря» Николас Михалалиакас дал показания в суде. Его, как и десятки его однопартийцев, обвиняют в создании преступной организации. Расследование деятельности «Золотой зари» началось после убийства греческого рэп-певца Павлоса Фисоса в 2013 году, по обвинению в котором был арестован волонтер партии. Михалалиакас, как и несколько его однопартийцев, были арестованы и находились полтора года в предварительном заключении. На суде лидер «Золотой зари» отверг обвинения в создании преступной организации, направленной против мигрантов и левых. В зале суда присутствовали около сотни его сторонников, тогда как снаружи акцию протеста устроили антифашистские движения. Сегодня суд над неонацистским фюрером «Золотой зари» Николасом Михалалиакасом. Антифашистское движение требует осуждения всей преступной организации, потому что мы не хотим, чтобы мигрантов дальше убивали, и мы не хотим нападений на профсоюзы. Я здесь, чтобы бороться с нацистской партией, и это исторический процесс над лидером «Золотой зари». Партия из маленького движения превратилась в третью по величине парламентскую партию страны на выборах 2014 года, основываясь на националистических и антимигрантских идеях. Но на выборах в июле этого года «Золотая заря» не прошла в парламент. Николас Михалалиакас давал показания в течение 3,5 часов. Он отверг все обвинения, утверждал, что он националист, и заявил, что преследуется за идеи. Но, кажется, он не смог убедить судей. Приговор будет оглашен не раньше начала следующего года.